Приветствую вас, геймеры! С вами, как всегда, Дмитро, и мы продолжаем играть в Europonia Salus 4 за Тибет. Но сперва я сделаю небольшое объявление, касаемое другой игры, которую я снимаю, World Conqueror 3. Дело в том, что у нас тут завелся один злостный дизлайкер, который, по всей видимости, чисто из принципа дизлайкает World Conqueror 3. Видео. Вот. Я хочу вот прямо сейчас к нему обратиться, потому что он реально уже достал одного моего подписчика, да и меня уже как-то тоже. Я настоятельно прошу тебе больше этого не делать, поскольку я примерно догадываюсь, из какой ты аудитории, и могу вполне ограничить тебе доступ к видео. Вот так вот. Я пока вежливо попросил. А ведь могу и перейти к серьезным наступлениям. Ладно. Поругались и хватит. Давайте сейчас на чем мы там остановились-то. Посмотрим. Ой, это куда-то топают. Воюют, что ли? А, нет. Мы, по-моему, чисто на войне с Ляном остановились. Меня заключили и вроде все. Да, даже рекруты закончились. Ну хорошо. Давайте. Пока ничего предпринимать сильного не будем. Нужно будет пожить в мире некоторое время, иначе совсем все плохо будет. Да, кстати, Лян такой крошечный стал. Четыре пробки. Скоро будет белым и пушистым. Мы ему смену религии навяжем и завассалим. Скорее всего, это случится в следующей войне, если Ву или Ци не окажутся первее. Так, дипломат у меня в Ойратах сидит. Дипломат в Ци или Ву пока не требуется. Дипломат в Шане, ну, тоже пока не надо. Не знаю пока, на что лучше сделать. Присоединяем Бенгалию. И мы еще можем одновременно присоединить Мяо, но, наверное, этого не выйдет. У меня дипломатическая репутация какая? Вроде отрицательная будет, если я сейчас... А, подожди. Это нет. Да, репутация у меня плюс 2 всего. Ну, плюс сверхрешение ее испортил. Надо ее держать нулевой хотя бы. Ладно. Так. Техуд что-то охерел в последнее время, надо будет и им заняться. Что-то в прошлый раз мы Техуд, точнее его земли, передали Непалу, а сами вроде бы ничего и не съели у него, да? Ну, может только... Нет, нет, вообще ничего не съели. Вот это вот только, может, Чебусираес. Вот. Ладно, скоро мы аннексируем державу. Так, сколько там у меня запись идет-то? 4 минутки. Чума. Как она в Тибет прорвалась-то? Уровень автономии. Откупимся, у меня денег вон сколько. Надо будет, кстати, построить что-нибудь.
поместье и военная мануфактура. Ну, смысл? У нас ничего особенно такого нет хорошего для торговли. Лучше что-нибудь на рекрутов, конечно, но сейчас надо тихи. Поэтому военные очки тратить не стану. Вот давайте-ка вот это поставим. Везде, где можно. А нет, давайте лучше даже, знаете что, лучше на местные беспорядки, если... А нет, нет у меня, в принципе, ничего такого на местные беспорядки, кроме Катманду. Вот в Катманду можно сделать. Хорошо, и тогда постройки, офис. Офисы вот здесь везде пригодятся. Ну и вот здесь тут опасная зона. Текс. И храм можно построить вдали, да? Мы национализовали все тут. Так что, в принципе, идея неплохая. И тут опять непальская партия. Ну тут не только непальская партия, еще много интересных личностей всяких. Хотят на меня напасть. Ну слушайте. Это опасно, рекрутов у нас почти нет. Точнее, вообще нет. Поэтому давайте-ка тут жестокое обращение сделаем. Это очень опасное дело. Скорбящие семьи. Давайте доход налогов понизим. Пока с деньгами у нас не особенно плохо. Как раз можем еще храм построить где-то там, вдали. Да, вот здесь. Да, кстати, мне тут в личку написали, что нужно бы мне потом понять гуманистические идеи. Нахрен они мне вообще надо, я не знаю. А, слушайте, кстати. Нахрен они мне надо. Вот зачем они мне надо. Опа. Национальные беспорядки, минус 2. Время национализма, минус 10. Порог понятия культур. Постоянно просто отношения. Да слушайте, прелестная идея. Я что-то ее никогда не принимал. Так, как там с админкой у меня вообще дела обстоят? Ну, как технологии. 12 уровень. Ну, в принципе, что, нормально у нас. Админка пока. Давайте тогда идеи поймем гуманистические. Штука нужная. Реально нужная. Вот. Спасибо тебе, человек, написавший мне на почту. Без тебя я бы не додумался, что можно вот так вот сделать. Я читал раньше про гуманистические идеи, ничего интересного мне не давали. Сейчас вот бац и порадовало меня. Новые здания, ну пока не надо. Попозже. Кантельмон у нас национализован. Еще какая-то хрень, да? Национализована. Ну-ка, у меня деньги ж есть. Можно ли... Да, вот в Кхантелеймоне можно. И я где-то тут захватывал, да? Тут, по всей видимости, нельзя. А вот в Дзяньджане можно. Как раз. Давай начнем с Кхантелеймона. Дзиньская партия. Слушайте, с китаёзами лучше не ссориться особо.
навалятся всей тушей. Перемирие с Сорисой подошло к концу, но тут... Ух ты ж, сраные грабли, вы только посмотрите. Бриташка тут у нас нарисовалась. И не просто нарисовалась, она тут пол Индии захавала уже. Знаете чё, на Орису лучше больше не нападать. Иначе бриташку разозлим. Гарьят лучше не трогать. Он будет последним рубежом на пути бриташки ко мне. Поэтому... Поэтому тут мы больше никуда пробираться не будем. Это не самая хорошая идея. Так. Значит, мы будем и атаковать Тирхут, может быть, и пойдем в Аватх. Такой большой, пожуем его. Или Дели, кого-то из них. Будем косить. Но то, что бриташка сюда прошла, это уже это тревожный звоночек, ребятки. Да. Кстати, ребятки, Си находится в союзе с Хуайхе и не является ничьим вассалом. Мы можем и на него сейчас напасть, то есть могли бы и на него сейчас напасть, но из-за отсутствия рекрутов эта идея очень плохая. Закончились перемирия с Хиджазом, Карей Каюнлу и всякой сранью, которая с Бухарой дружила. Сейчас Бухара в союзе с Сибирью, Хиджазом и Каракаюнлу. Ну, к счастью, Каракаюнлу тут уже почти расхерачили. Персы им наваляют еще немного. И вместе с дядей Султаном ее попили. Вот. Кто там еще? Хиджаз, да? Хиджаз, он... Ну, Хиджаз, он такой. Средненький. Ух, Биуджистан как покушали тут. Все похавали Биуджистан. Плюс еще Афганистан родился. А че Афганистан не в Кабуле? В Кабуле только тимуриды сидят. Ну, скоро они будут, наверное, завассалены кем-то. Да, прикольно. Ой, а ты тут отхавали. Сколько всего. В общем, Бухара в упадок. А, уходит. Вскоре мы с ней будем воевать за территории. Для этого надо тихие военные нагнать. Сначала, ну а потом уже договориться с уэротами и загасить их всех нахрен, этих бухариков. Ладно, давай дальше национализацию веди, мой дорогой. Чуть-чуть осталось, плюс мы еще скопили немного денег на резиденцию вторую здесь, да, где-то. Где тут вторая резиденция у нас была? В Дзяньчжане, по-моему, нет? Или где-то вот здесь? Нет? А, в Линьцзяне вроде, да? Да-да-да-да-да, в Линьцзяне и было. Но он, по-моему... А, в нем нельзя, что ли? А вот чего не нужно. Вот. Во-во-во-во, отлично. Неплохо. Так, а вот это, кстати, что за зеленая хрень тут? Чаньшен. А, Сюзерен Давьета, ну тогда. Тогда ссориться пока не буду. Захавали мы Бенгалию.
наконец-то. Можем покрестить ее. И до 38 года никого съесть нельзя. Так, сибейская культура нас больше не радует, да? Тут сычуаньская, но тут до хера нам придется всего делать. Хубейская, тибетская. А все, мы везде культуру, что ли, изменили, эту сибейскую, нет? Нет. Ну, да пофигу, ничего не будет, я думаю. Жопонадирательного такого. Так, вот надо с этим разобраться. Как его? Крестить. Всех. Давайте сначала с этими муслимами разберемся. Они раздражают очень много и очень сильно. Ци, мой верный союзник, просит помощи в войне с Маньчжурией. Маньчжурия находится в союзе с Кореей и Цзинью. Ну, Цзинь мы загасим. Ойга ты. Уйгаты не помогают. Лву. Лву тоже. Сказали, ци, идите нахер. Понятно. Ух, нихера себе тут Маньчжурия выросла. Ну, блин, мы как-то тоже пока не можем. Людей мало. И вообще не самая лучшая идея пока помогать. Этой войнушке. Не знаю. Да и смысл-то какой у нас? К Дзине пойти, нападать им. Единственная, пожалуй, причина. Да, Дзинь дружит с Маньчжурами. Я не успел захавать. Корея, ну Корея вот, ребятки, она может. А с кем ты вообще в союзе-то? Япония, Тибет и Нинся, ну охереть. Охереть не встать, как говорится, ну. Ну что нам остается-то? Япония. Япония, слушайте, может и поможет. Она воюет с айнами какими-то. А, вот они там. Сидят. Не знаю. Ну давайте, если что, откупимся. Потому что все-таки терять союзника и престиж я тоже не хочу. Противник меньше числом, поэтому я думаю, больших проблем не будет. Да и воевать-то мы чё, особенно пока не собираемся. Оборонительная война, значит, будем себя оборонять. Блин, я вот только хотел на Цзинь претензию сделать. Забыл. Фак. Ладно, не страшно. Лян, заключи войну со Скорей, ну охереть теперь. Не встать. Давайте, наверное, пойдем подсобим с корейцами тут. Отряд какой-нибудь кинем. Вот это 12 тысяч. А меня никто и не пустит. Я никто не звал. Так что, Ву, давай, будь добр. Отлично. А в принципе, мы могли бы с Дзинем разобраться, слушайте. Авось нам помогли бы. А нет, Дзинь воевать не захотел. Ну хорошо. Нормально. Ну, второй отряд лучше, наверное, тоже пригнать. На все эти пожарные случаи. Корейский флот меня, конечно, пугает. Армия Маньчжурии 18 тысяч. Ух. Не, ну, маньчжурская армия, это, конечно, похвально, но вот. Ух ты, у Нинся вообще 1000. Слушайте, пипец это.
как, ну, Япония единственный человек, который может более-менее нам помочь. Если мы Маньчжурии будем мир предлагать, что они захотят? Так, ну тут они нихера не захотят, тут, к счастью, тоже, и тут тоже. Попросят расторгнуть договоры с ойготами и ву. Ну и выплату репарации. Ну, выплату репарации я всегда смогу сделать, с экономикой у нас пока не очень плохо. Так, Маньчжурия, Корея. Вот это вот напрягает их. 40 тысяч. Хейт не встать. Ну и у Нинся вон там 11 стоит. В принципе, можем подсобить немного. Встреча с темными личностями, ну тут престиж, как обычно, убираю. Ой, тут еще какие-то ушлепки проснулись. Поддадим им. Ух, 40 штукарей тут. Вот это вот. Вот это номер, конечно, братцы. Мы больше не претендуем на Баджоу из Нинся, понятно. С ними мы потом разделаемся еще. Сраные грабли! 42 тысячи, блин. Слушайте. Слушайте, это нехорошо. Совершенно. И эпохи как-то тоже не горят желанием помочь. И еще кое-что, это то, что 42 тысячи и 20 тысяч, это уже 60. Мы нихера не сможем помочь. Лучше капитулировать сразу. Договоры хотя что-то простой. Ладно, а если вот так? И по рейшенс, и побольше. Нет, не хотят. Так, нахера я в эту войну вторгся? Вот ты жопой чуял, что тут какие-то проблемы случатся. Слушайте, давайте отступим, наверное. Нахрен. Быстро. Вот сюда отступим. Дальними тропами, ребятки, дальними. Ой, бляха, муха. Ой, бля. Давай, вали, короче, вот сюда, сюда, сюда. Потом вообще сюда, сюда. И вообще через Нинся попробуй пройти прямо до вот сюда. А ты вали прямо сейчас. Давай. Вот сюда. Фак, я тут. Что-то не то нажал. Опять придется повторить путь ниндзи. Давай вот сюда, в Сиань. Валим отсюда нахрен. Это жопа сейчас будет. Да нахера им помог только. 38 тысяч, блин. Слушайте, если они догонят, придется сдаваться. Тут вообще пипец будет. Но давайте-ка. Вот сюда, в Ханчжун, наверное. А вот у вас в Ланчжун. Будем тут держать оборону. Так, вот с этой сранью опять надо, что кабачки меня бесит. Постройки. А нет, не буду я никакие постройки строить. Я
откупаться буду пытаться. Максимально. Это Маньчжурия, она тут расплодилась, пипец. Непальская армия была похер на это. Бенгальские националисты. Нихера себе. Бенгальские националисты еще какую-то херню творят. Кстати, давайте-ка мы культуру поменяем, не нафиг. А, и да, у меня тут 10 тысяч армия. Ребятушки-братушки. Появилась. Она может нам подсобить немного в обороне Ланчжуна. Нам только оборона нужна. Мы не будем ничего делать серьезного. Как я вижу, тут у противника 10, 25, 29, 32 тысячи. Сраные епошки нам не помогают. А нет, помогают. Ну там, далеко. Бурятские националисты. Поэтому не скажу, что помогают они так жутко нам. Нинся тут улыбается, улыбается в качестве союзника. Он все равно похер на него. Хочет что-то отжать. Так, ну слушайте, давайте тогда быстренько отряд пришлем. Сюда. Корею верну. Раз тут, в принципе, вести нам начало немного. Давайте тогда вернемся сюда. Сколько личностей, блин, интересных всяких. Вставать начало. Еще до хера очков надо. Хереть просто. И это при высшей стабильности, повторюсь. Индец какой-то. Так. Ну и дипочкиность. А, слушайте, давайте усталость от войны, может, понизим. Надо. Надо это срочно сделать. Так, и объединим вот этот отряд. Ну, сюда. Ой, жопа какая тут. Мы даже в плюс ушли. Как интересно. А, вот, осадили. Надо будет, наверное, при первой возможности сдриснуть из этой войны. Это мне война ничего хорошего не даст. Так, сюда быстренько. Еще националисты восстанут. Будет с ними разбираться. 164 очка, это долго получать. Накопил я немного очков. Все, 90%. Короче, эти поймальчики как-то не поймальчики, очень хотят повоевать со мной. Два месяца подтянуть, и мы сможем жестокое обращение сделать. Так, давай, месяцок один. Все, давай. Накопили мы наконец-то. Сейчас более-менее стабильно у нас дела обстоят. Давайте посмотрим, как там Ву и Шан. Вот Шану давайте отношения улучшим. С уэгатами держим. Фух. Вон там Мяо даже мой осаждает корейцев. Прикольно так. Мы можем принять... Ух, это кстати.
сами беспорядки упадут. Нужнейшая вещь. Плюс мы сейчас поебаем депрепутацию, сможем постоянно аннексировать кого попало. Вот. Самые нужные вещи у меня вкачаны в идее. Так. Как там экран беспорядков? Расскажи-ка мне. Сунрабдания каком-то у меня. Самые большие беспорядки. Это где вообще находится? Сунрабдан ваш. А, о. А вот чё. Мы тут просто их крестим. Поэтому тут беспорядки-то и есть. Давай, дядь миссионер, побыстрее. Яньчжоу. Мы взяли. 17 тысяч корейцев тут стоит. Давайте-ка надаем им. По яйкам. Как думаете? Ха, обосрались. И свалили. Но они засранцы такие, что не хотят со мной ничего общего иметь. У меня лимит снабжения, по-моему, превышен, да? Да, лимит снабжения... А, нет, слушай, размер подразделения 46 единиц, лимит снабжения 49,6. Никто... Не, нормуль. Хорошо, давайте. Сунрабад в истинной вере. И сейчас мы сможем, в принципе, мир превышать. Сами себе на меркантилизму отсутствует купец. Давай, наверное. Все равно что-то купцы у меня как-то не особо хорошо себя ведут. А что туэты делают? А, с Маньчжурией воюют. Интересно. Ну, раз уж так, мы можем, в принципе, у Кореи отжать что-нибудь попытаться. И у Маньчжурии. Тут вот такие интересные вещи есть. Вот эта вот штука, пойми. Ее национализовать можно. Портовый городишко. Вон армия Нинся стоит. Так, сможем успеть к ним подсобить немного. Не, походу не сможем. Так, ну Маньчжурия, чё? Не хочешь сдаваться? Давай по яйкам надавим тебе немножко. 62 штукаряту. Ратей таких. Вот эта херня у меня восставать ничего. Вайская партия. Я уже думал, бай-бай кому. Сказать захотели. Так. Ну все, тут тойга-то стоят. Мы, в принципе, можем уже попытаться навязать свою точку зрения. Нет, не можем. 6% остается. Чистить перевод. Давайте узнаем требования, чего они хотят на этот раз. А, вуз. Уву и ой, это репарации их не интересуют. Понятно. Не, ну так просто я, конечно, не буду сдаваться. Теперь-то сдаваться вообще бессмысленно. Давайте, наверное, крестим кого-нибудь. Индусов каких-нибудь. Кстати, Лоян и этот там надо постройки на восстание построить. Где тут они у нас? Созыдная служба, резиденция Хон Сли, да, вот. Здесь и вот здесь.
Плюс давайте-ка в Бенгалии, чтобы больше такой херни не было. Вот еще здесь поставим. Здесь и вот здесь. Отлично. Так, а это что за хрень тут? Хуайхе воюет с Дветом. Похвально. Мы поиграли какую-то осаду. Ничего мы не поиграли. Паролишь что ли? Так. Маньчжурия очень не хочет мне что-то отдавать. Поэтому пусть упираются дальше. Сейчас ему жопа всем будет. Давайте, может, Пекин попробуем взять. Встать на сторону роялистов. Это что там за хрень в Англии творится? А, кстати же, точно, ювент на гражданскую войну. Мы можем... Нет, не то чтобы можем, мы могли бы попробовать объявить войну Англии в это время. Это очень удобно было бы, но у нас дороги нет. И рекрутов. Поэтому лучше этого не делать пока. И поглядывать на маньчжурцев. Они сейчас очень воинственны будут. По отношению к нам из-за того, что тут всякая хрень. Крестьяне восстают, еще кто-то. Маньчжурия заключила военный союз с Кореей. А что, его не было, что ли? Фарули, что ли? Давайте эту сраную войну уже заканчивать, наверное. Эпизод уже завершать. И в битву империй потом угоним. Ой, бляха. А, 17 тысяч. Пипичка какая. Мы везунчики-то, оказывается. Широкая автономия. Пшин нахер. А хотя что будет, если... А, уровень автономии увеличится. Нет, идите в баню. И вы тоже. Коли у нас есть тут немного людей свободных. Так, давайте-ка я, наверное... Из Пекина отправлю в Наньян. Ой, сраные грабли. Не-не-не-не-не. Так, есть у меня тут? Блять. А все, все появится, наверное. Выиграли. Сражение за Пекин наконец-то. Так. Все. Рекордов бросали всех. Просьба на поход войск у державы Лансанг. Проходите, не стесняйтесь. Маньчжурия уже согласна сдаваться. Но вот это они не согласны. А зря. Да, вот здесь вот с этими надо кретинами разобраться. Опять те хут там. Хутит. Ну-ка, может, мне помогут вот эти братишки вуйские. Твари они восстанут, то есть их общество. Тут их там 22 тысячи.
Ты забей нормально все будет. Ву, давай, проходи. Помоги нам, блядь. И даю ебаный. Нет, пиздец. Давай. 14 штук. А ну, тут с генералом тут больше возможностей у нас есть. На прорыв. Так называемый. Да, не успели, блядь. За хуйня вообще происходит. Просрали опять. Слушайте, это уже ни в какие ворота не лезет. Меня бесит ничего. И богу. Этот сраный Ву еще объявил войну там кому-то. У нас вот армия все 13 штук и осталось. Так, ну все же, если дворяне что-то попросят, чё? Чё они попросят-то? У нас. Пекин захвачен, засчитывается захват как у Ци. Поэтому давайте-ка. Наверное. Ну, хотя, наверное, не будем мир предлагать. Просто отряд пришлю наконец-то. До дому, до хаты. Пришли. И вы тут стоите. Ци заключил мир с Карией. Мне нихера не дадут ничего. Ни одной паровки. Слона просит пройти. Мы посрали сражение за Ляньчжоу, хотя я, собственно, не хотел с Ляньчжоу разбираться-то. Блин, сыну, помогите, будьте батюнями. Ой, спасибо. Спасибо, братишки. Вон, сейчас еще вот этих уебанов давайте погасим. Прекрасно. Мы остались без армии, конечно. Ну уж ладно. Как там Лян? Никто не поможет. Сыновьям войну. Давайте-ка, наверное, сразу претензию сфабрикуем. По всей видимости, Ву отожмет кусочек территории, а то и все. Поэтому я попробую хоть чуточку так и сделать. Все, с бенгальцами не вариант спорить. Вон тут у меня еще отряд есть. Маленький. Ой, намучился же я сейчас. Так, Маньчжурия уже тут в бедствиях. Погрязла. Да и я грязно в бедствиях. Поэтому не самая лучшая идея тут что-то делать. А, кстати, слушайте, давайте канал Дзинь, может, претензию-то сфабрикуем. Завассалим их. Пока дружу... Ну, пока у них дружков никаких нет. Классический брак с Маньчжурией. Кого это волнует? Династический брак с Маньчжурией. Претензия где? Кстати, а какая у меня сейчас задача? Я уже давно не выполнил.
А, укрепить оборону границы где? В Баутистане, бастионная система. А, да. Что-то я это задание не выполняю. Забыл. Ох, всякой срани мне тут предлагает. Господи. Желание свободы не пало, растет беспорядки. Не, беспорядки на уровне. Повод для войны с Ляном родился. Сейчас родится повод для войны с Дзинем, блин, извините. Пожалуйста. Бенгальские националисты и нормально все считают. Еще культуру ассимилируем у них. Утилизация шелковых тканей. Да, можно еще крестить кого-то. Давайте-ка вот это. Индусов перекрестим нафиг всех. О, мой любимый ивент. Я по нему соскучился уж. 100 лет у меня не было стабильности плюс 2. Все, пейми с Ляном дошел к концу и повод для войны с Дзинем. Давайте-ка Дзинь мы порадуем. Быстренько. Никто не поможет, ну и пошли все. Гриб. Ну, бывает. Вот из Хуайхе тут. Хуайхейт. Засранец. Сейчас аннексируем, ой, завассалим вот эту вот хрень и завершим эпизод. Что-то война с Маньчжурией идет долго. Я выполнил задание на оборону границы, и теперь меня ждет фабрикация претензий. Я Кент Вагнершу угрозу Мандурай и создать достойный флот, на который у меня пока нет ни сил, ни времени, ни желания. Ух ты, как Дали тут похавали. Любопытно. На Яркент я бы сделал бы, если бы нация там была. Яркент. Помню, она была раньше, сейчас что-то. Сейчас что-то ее больше нет. Да. В видимости, Бухара ее давно-давно скушала. Поэтому подождем. Как там, кстати? Ву, плюс 113. Давайте лучше отношения с ней. Всеми остальными вроде все хорошо. Маньчжурию уж сожрали как. Прекрасно. Просто превосходно. Там чуть-чуть до Дзиня осталось. Саду повести. И бенгальские националисты надо бы им, наверное, обращение жестокое сделать. Сейчас мы идею новую поймем. Хуякин мы взяли. Дзинь, поздравляю, ты теперь наш. Каст претензий на Тибет — это раз. Бедский вассал — это 2. Ну и все, Дзинь, как ни странно, буддистский. Наверное, я ему навязывал смену религии. Ладно, все. Давай, короче.
А, репарейшнс, претензии, отказ. Вот это вот. И тибетский вассал. Вот. Поздравляю. Мой дорогой Дзинь. Ну а на этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, ставьте группу, ставьте пальцы. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.